Всем привет, с вами я, это мой ник в YouTube. Я буду обозревать обзор на свой планшет Arnova 10D G3. Я его уже использую один год, неплохой планшет. В принципе, я его использую только для фильмов и для игр, все. Как бы вот. Приступим с коробки. Внутрь, думаю, не надо показывать, там только инструкция и все. Вот Arnova 10D G3, 4 ГБ, типа сим-карта, но нет, 16 ГБ нам дали. Написано 1, 2, GHZ, КПУ. Английский я плохо знаю, так что фокусировка вам покажет. Вы сами прочитайте. 1 ГБ RAM, HG1080p, Wi-Fi, Arnova. Тут показано, что Android 4 версия, Esclim Sengin, что-то написано. Вот здесь Arnova сама. Вот. Здесь Arnova G3, тут можно типа игры играть, в интернет заходить, в офис заходить, что или что. Email, интернет, новые что-то, видео, фото и блокнот или что, не пойму. Вот, и сам планшет дизайн. В коробке ничего, как я говорю, там зарядник и USB шнур, и все. Сам планшет. Ах, мой любимый. Тут есть вот это, есть, да. Там, я не знаю, как это называется, но вот так можно смотреть, короче, из разных углов. Здесь, короче, все впихнуто в это место. То есть, здесь есть болтик, тут какая-то для иголки, микро-USB, или это микро-USB. Да, я не знаю, это USB, короче, это микро-USB. Это USB, чтобы втыкнуть с другой стороны, или что. Звук, сим-карта. Сим-карту вытащу, покажу, сколько ГБ. Китайская. Сейчас фокусировка работы. Фокусировка. Давай. Вот. Chamber, 16 ГБ. 4 микро-CD HD. Как-то так написано. Сейчас запихну обратно. Все. Вот. И вот здесь зарядник. После этой микро-USB зарядник и болт. Вот, с этой стороны включатель, звук, увеличили звука и reset. Не знаю, reset я его не использую и не хочу использовать, боюсь. Кнопочка маленькая. Вот. Сзади дизайн уже сдохшутый, потому что уже я его долго использую. Здесь что-то написано по-английски, хуй знает. Сами вот прочитайте через Google переводчик или через что-то. Тут Arnova написано. Вот. В принципе, начнем с планшетика. И туда. Сейчас. Где настройки? Настройки. Сейчас настройки. Вниз. Вот о планшете. System upgrade. А, нет. Версия Android 4.0.3. А, значит, я через Wi-Fi. Версия ядра 3.0.8, номер сборки, не знаю, кому это нужно. В принципе, не знаю, блин, дальше что показывать. В принципе, игры неплохо идут, потому что я играю также много игр. У меня еще есть и новые игры, только они вот здесь. Короче, здесь. Я не могу их показать, их очень много. Майнкрафт играется примерно час-два часа, если его не заряжать. Вот, я его сегодня играл. Это часик, не помню, часик. Да, часик и всё же половина батареи. Чисто Майнкрафт играл. Майнкрафт и еще Майнкрафт что-то. Вот. В принципе, ох. Сотка говорит, что батарейка заканчивается. Я через сотку снимаю. Через One 5. Вот, кто не знал. В принципе, о планшете ничего не можно сказать. Неплохой планшет. Сюда можно много чего перекачать. Все неплохо идет. Без тормозов. Иногда тормозы идут. А давай. Все. Вот. Майнкрафт запускается, не знаю, через сколько секунд. Раз, два. Не, за 2 секунды. В принципе, он не очень быстрый. Иногда медлит. Ах, сайт. Нет, нет, без рекламы. Выйдем. Короче, вот. Неплохо игры идут. Немного лагает. Фильмы сейчас покажу вам. Как работают вот. Не, сериалы это.
Фильмы. Кино. Вот, фильмы. К примеру, это. Я проигрываю. Сейчас. Блин, сутка говорит, что что-то маркер. Вот идет фильм. Все без тормозов, все как бы нормально. Идет. В принципе, можно фильм посмотреть. Два фильма успеть посмотреть при помощи полной зарядки. Неплохо, в принципе. Я уже его использую, как говорю, один год. Можете купить. К нему можно еще купить чехол. Вот. Но я им чехол не покупал уже. Затресканный. И еще проблема в том, что если вот при нажатии вот так, если держать, если вы видите, вот такие штуки, такие полосочки такие выходят. Вот видите? Немного такая. Что-то впихнуто все так. Впихнуто внутрь, из экрана она и вытаскивается. Мотор или что-то. В принципе, можно заканчивать. Неплохой планшет. Всем советую. Можно купить. Я его купил. И не жалею денег, потому что он очень дешевый. В этом его вся прелесть. В принципе, можно заканчивать. Всем удачи, всем пока!